Здравствуйте, меня зовут Ольга Кулиш, я врач-акушер-гинеколог медицинского дома «Одрекс». На базе нашего учреждения работает клиника малоинвазивной хирургии в гинекологии, а значит, самое современное лечение гинекологических заболеваний, таких как миома матки, кисты яичников, эндометриоз, непроходимость маточных труб, спаечный процесс органов малого таза, внематочная беременность и другие. Лечение этих заболеваний проводится путем лапароскопии, то есть без разрезов, с применением самого современного оборудования, в частности ультразвукового скальпеля, в условиях высокой стерильности. Полипы шейки и эндометрия, гиперплазия эндометрия, внутриматочные перегородки коррегируются с помощью другой малоинвазивной методики – гистероскопии, которая позволяет провести осмотр полости матки и прицельно под контролем зрения удалить эти образования. Хирургическая гинекология в Одрекс – это малая травматичность и бескровность, короткие сроки госпитализации, в среднем одни сутки, быстрое возвращение к активной жизни и отсутствие выраженных болевых ощущений после операции. Малоинвазивные методики – это золотой стандарт гинекологии, успешно применяемый в медицинском доме Одрекс. Клиника малоинвазивной хирургии – ювелирные технологии.